В Абакане появился забавный коммерсант. Он развернул свой бизнес на одном из оживленных перекрестков города – Щетинкино-Крылова. Схема такая – машины останавливаются на светофоре, к ним подбегает человек и без слов раздает небольшие флажки на подставке. С одной стороны – триколор России, с другой – наш президент. Водители радуются, мол, вот добрый человек, флажки бесплатно раздает. Но потом читают памятку, которую тут же вручает безмолвный парень. Там написано: «Нравится флажок – плати 100 рублей». Парень возвращается обратно и собирает либо флажки, либо деньги. Все это он успевает проделать за считанные секунды. Видимо, тренировался перед началом продаж, не иначе. Некоторые водители так и уезжают с перекрестка, не поняв, что с ними произошло.